Сегодня в Кафедральном соборе Петрозаводска и других храмах города и Карельской епархии прошли заупокойные службы по детям, которые утонули во время шторма на Сямозере. Со дня трагедии прошло 40 дней. 18 июня из оздоровительного лагеря в водный поход отправились 47 детей. Из четверых инструкторов трое были студентами педагогического колледжа и не имели опыта экстремального туризма. Предупреждение МЧС о надвигающемся шторме руководство лагерь проигнорировала. Лодки перевернулись и затонули. 14 детей погибли. Спасательная операция началась с опозданием, так как в МЧС о чрезвычайной ситуации на Сямозере директор лагеря не сообщила.